Я, Ольга Зиновьева, представляю литературный альманах «Зиновьев, я люблю тебя». Мы находимся на Красной площади, главной площади столицы нашей Родины, Москвы. Красная площадь – слишком большая символика, чтобы можно было пройти, рассказывая о Зиновьеве, и не упомянуть эту святыню для русского человека, для советского человека. И вообще во всем мире, когда говорят о Советском Союзе или о России, прежде всего говорят о Красной площади. «Коммунизм как реальность» – книга, которая была написана Александром Александровичем и издана в 1980 году по настоятельной просьбе сотен и сотен читателей, ознакомившихся с его романами «Зияющие высоты», «Светлое будущее» и другими. И поразительно, что поток писем читателей, которые приходили к издателю и к самому Сан Санычу, во многих повторялась одна и та же идея. Просьба отдельно опубликовать социологические главы, аналитические главы, которые перемежались с чистой литературой в его романах, с тем, чтобы выделить это в отдельную книгу. Отдельная книга выделилась. Она называется «Коммунизм как реальность». Книга – это первый научный анализ не имагинерного, не какого-то общества, которого никогда не было, а это анализ реального коммунистического общества, из которого был исторгнут Александр Зиновьев как писатель, как гражданин, как логик 6 августа 1978 года. Расправа над ним продолжалась долго, но сам вот факт, что 6 августа оказалось последним днем нашего пребывания в Советском Союзе, оно потом и породило, вы знаете, как из рога изобилия, Зиновьев, все паузы, все моменты в жизни, когда он был вынужден молчать, не имея возможности высказаться адекватно и во всю силу, вот эти паузы собрались воедино и подарили миру, человечеству, читательскому миру потоки фантастических романов, фантастических, не в смысле фантастика, хотя из-за этого он тоже получал премию как за лучший фантастический роман «Зияющие высоты». Фантастические по смыслу, по содержанию, по языку. Главным героем всех книг Зиновьева является мысль. Умение мыслить, умение анализировать, умение смотреть на мир такими глазами и через призму таких понятий, которые нормальному, простому, обычному человеку кажутся и не под силу. Книга «Коммунизм как реальность» была оценена в высшей степени самыми-самыми высокими оценками. Она стала, так же как и «Зияющие высоты», настольной книгой на всех столах руководителей западных стран. Книгу читали с карандашом. Из нее нельзя было не выписать ни одну фразу. Из нее нельзя было не вычеркнуть одну фразу. Книга была энциклопедией советской жизни. Причем энциклопедией научной мысли. Она получила единственное, Зиновьев, как первый и единственный социолог Советского Союза России, получил премию Алексиса де Токвиля как самая высокая награда за социологические исследования именно в области изучения реального коммунистического общества. Книга была издана в Швейцарии, в нашем издательстве «Наш дом», по-русски, по-французски одновременно. Ну и, как я уже говорила, она была переведена на все европейские языки мира. Она в качестве справки могу сказать, что она сейчас была переведена на китайский язык, она переводится на арабский язык. Вообще это называется, как вот раньше была такая терминология, это называется «Триумфальное шествие зиновьевской мысли по планете». Дата выхода книги – 80-й год, 1980-й год, 20-е столетие, 30 лет тому назад. Читая эту книгу сегодня и переиздавая ее, что и делает многочисленное издательство, которое занято творчеством Зиновьева, люди с неизбежностью приходят к выводу о том, что актуальность, глубина мысли не тускнеют, не теряют своей остроты и новизны.
книге «Коммунизм как реальность» русский ученый Александр Зиновьев подвергает критическому анализу коммунистический строй. Но критический анализ, знаете, можно критиковать и при этом оставаться на высокой позиции настоящего ученого. Критика, она не уничтожает. Критика позволяет приблизить, использовать аналитический инструментарий, которым владел Зиновьев, и приблизить объект, и увидеть его специфику глазами автора, глазами ученого, для которого самое главное – постичь истину. Он разрабатывает теорию коммунистического общества, не опираясь на выкладки или на представление, на предположение, каким оно могло бы быть, каким оно должно быть. Он исходит из чистой реальности. Он исходит из беспощадной реальности. Как известно, коммунистический строй просуществовал в нашей стране 7 с небольшим десятков лет. Александр Александрович был убежден, что строй не достиг еще той степени развития, после которого имело бы смысл говорить о его преобразовании, о том, что он себя исчерпал. 70 лет для большой социальной системы, социально-политической, экономической системы, слишком ничтожный срок, чтобы утверждать, что это, так сказать, уже перезревшая система. В августе 1993 года Сан Саныч написал в очередном предисловии к очередному изданию этого бестселлера, что сейчас, в 1993 году, я мог бы кое-что исправить в этих книгах, кое-что исключить и кое-что добавить, с учетом того, что я узнал о Западе, о холодной войне и о развитии событий в России в последнее время. Но я решил этого не делать по ряду причин. Во-первых, я хотел сохранить мои умонастроения тех лет, когда писались книги, и не подделываться задним числом под новую ситуацию. А во-вторых, основные идеи книг, он имеет в виду коммунизм как реальность и кризис коммунизма, основные идеи книг остались для меня неизменным фундаментом понимания всего того, что так или иначе связано с реальным коммунизмом. Наконец, у меня просто не было времени и сил на переработку книг. Последнее предупреждение. Понимание общества не есть его разоблачение. Разоблачение негативно, понимание же позитивно. Разоблачение действует на эмоции. Понимание предназначено для разума. Разоблачение имеет своим врагом апологетику, понимание – заблуждение. Разоблачение может стать врагом понимания не в меньшей мере, чем апологетика. В этой книге потому не будет разоблачительных материалов. Реальный коммунизм уже существует в виде многочисленных обществ определенного типа, а вот науки о нем пока еще нет. Коммунизм мыслится как определенный тип реального общества, то есть как эмпирическое явление. И наука о нем может быть только опытной наукой, исходящей из наблюдения фактов. Если нет предмета для наблюдения, не может быть и опытной науки о нем. С познавательной точки зрения Советский Союз имеет преимущество. Подобно тому, как в свое время Англия была страной классического капитализма с точки зрения изучения механизмов последнего, Советский Союз и до сих пор остается страной классического коммунизма. Здесь явление и законы коммунистического образа жизни можно было наблюдать в прошлые десятилетия и можно еще сейчас наблюдать в наиболее чистом, сравнительно с прочими странами, виде. В виде очень близком к условиям лабораторного эксперимента. Советский Союз сам по себе есть достаточно серьезное явление в истории человечества. И познание его устойчивой натуры есть дело далеко не бесполезное. Я надеюсь также и на то, что в Советском Союзе найдутся люди, которые сумеют прочитать эту книгу и извлечь для нее и для нашей страны хоть какие-то уроки. Хотя в этой книге я стремлюсь к максимально возможной популярности изложения, это не означает, что она может быть понята без всякого усилия. Понимание вообще не приходит без усилия. Без усилия приходит только заблуждение. Большую часть жизни я прожил в Советском Союзе. Так что, само собой разумеется, конкретные факты жизни советского общества давали и до сих пор дают материал для моих размышлений.
Но эта книга не есть описание особенностей Советского Союза. Она есть описание всякого коммунистического общества, и Советского Союза в том числе. Советский Союз представляет собой исключение здесь вот в каком смысле. Тип общества, в котором коммунистические отношения между людьми стали господствующими, сложился здесь впервые в истории. Но здесь он не был навязан извне, как в странах Восточной Европы, а сложился имманентно в силу социальных законов и исторически данных условий. Здесь он быстро достиг классической зрелости и обнаружил с полной ясностью свои достоинства и недостатки.